Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Даша и Артур. Привет. Мы продолжаем проходить «Властелин колец». А, «Лего Властелин колец». Короче говоря, остановились мы на том, что... О чем мы остановились? Мы прогнали Назгулов в битве. Да, ты прогнала, а я бегал и на четвереньках, и что-то делал. Да, Сэм всех спас. Да. Но Фродо плохо. Да, Фродо ранили. Ну, я думаю, кто смотрел фильм, знает. Арвен! Арвен! Лив Тайлер! Лив Тайлер! Парень, я не помню. Оп! Фредо! Блин, найдет она, конечно, такая. Фредо! Тейлор, говорю. Оп-оп, такой. Ну да. Поправился. Смотри, смотри на нём. Помоги, говорит, ну. Вполне возможно, что сейчас мы будем играть за них. О, вот это эльфийский. У меня мурашки по коже. Да, это круто. А представь, есть... Ух ты! Есть... Нажмите кнопку старт. Да сейчас. Погоди. Так. Кстати говоря, я согласен с теми людьми, которые пишут, что нужно быть хамелеоном, чтобы смотреть на оба глаза. Поэтому... Пока, пешеходы! Капец вообще. Смотри, сколько монеток. Стой. Может, тут что-то интересненькое? Ух ты, что это? Тут Фродо умирает. Мы, как обычно... О, Чирик! Мне этого ты говоришь. Воды нужно? Да, нужно ведро. А что со сковородкой делать? А, я закончила со сковородкой. Ухо. Так. Как обычно. Там надо что-то сделать. Кстати, в комментариях написали, что вот это вот такие вот монетки, вот как у меня на экране, это куда нужно идти. Ну, это мы уже поняли, что вы поняли. Ну, ты поняла, может, это. Как это? Ты мне об этом сказал? А, возможно. Все, тут что? Так, и что мы делаем? Я хочу потушить костер. Ну, у нас, по-моему, нет ведра. У нас есть лопатка. Ой! Так. О, я Арвен. У этого есть сковорода. А, это Сэм. Сэм, как обычно, все. Подожди. Пиппин. У Пиппина. Короче, дело к ночи. Коняшка. Смотри, какая лошадь. В итоге у тебя коняшка, да? Да. Блин, как так? Короче, когда едешь на лошади, смотри, получается, бить ничего не надо, она просто наехать можно, может, наверное, предмет и все. Возможно. Не исключено. Такие... Войско. У меня от этой фразы реально прям вот... Гусиная кожа. Я помню, в кинотеатре смотрела. Фанатизм, штука такая. Ты видел кого-то там? Доска или мне показалось? Доска? Да. Кто-то серфингом хотел заняться. Так, ну ладно, у нас было. Короче, мы тогда, наверное, не залипаем. А то там очень многие люди жалуются, что мы типа. Я могу драться. Собираем монетки там. Хорошо, не залипаем. Слишком долго. О, монетки. Да что долго. Вы просто не знаете, как трудно от этого оторваться. Да. Еще я люблю бить Сэма. Ладно, короче, скакали. Да. Этим можно заниматься вечно. Это очередная серия будет, залипая там-то, там-то. Так, это что за растение? Все. О, смотри, там уже этот... Ты видишь, что там вдалеке. Так. Хоббицы не умеют плавать. Типа утонула, да. Окей. Кто-то говорил, что хоббицы не умеют плавать, там все такое. Но, друзья, Арагорн тут тоже не умеет плавать, он тоже тонет. А вообще хоббиты умеют плавать. По-моему, да. Ну, по крайней мере, как его этот Голлум, Смигл. Ну да. Он нашел вообще-то колечко в воде. Как у них? Они речные хоббиты, по-моему. Речной народец. Да.
Ты в доме Элронда. Как-то быстро эта сцена пронеслась, так, да, на самом деле. Гэндальф. А как он, кстати, оттуда выбрался? Та-та-та. Орлы спасли. А, точно. Он же там бабочку вызвал. Бабочка, это мотылёк. Ой, да какая разница? Мотылёк — это противная бабочка. Ладно. Чё такое? Было бы более смешно, если бы он выбежал с дихлофосом. И было бы смешно, если бы он промахнулся. Ну да. Палку кинул. Я найду тебя такой. Целитель показывает, как собирать. Элронд какой-то старый. Что-то да с ним стало. Так, хорошо. И теперь мы можем тут осмотреться. Это моя давняя мечта. Ух ты! Монетки! Нет, тут просто круто. Подожди. Блин, я до сих пор бегаю со сковородкой. Можно ее как-нибудь? Залипая в Ривенделле. Почему? Я хочу пустой слот тут выбрать, допустим. И я не хочу бегать со сковородкой. Ну ладно, хотя бы с лопаткой, это не так позорно. Не знаю, у Фродо ничего в руках нет. Посмотрите, и Фродо, но... посмотрите, посмотрите, как тут красиво. Не знаю, у меня монетки. О, как красиво. Вы все видите это? Не смотрите на него, смотрите сюда. Монетки! Так, я пойду пожалуй. Вообще такой прям похоже, как фильм. Ну, а теперь это пора ломать. Это же эльф! Короче, эльфы, наверное, в шоке. Они уже 20 раз пожалеют. Хоббитцы пришли. Так, а что там таскаешь? А вот это что такое? Это тележка как бы, нет? А, нет. Это тележка, это строительные леса. Вот. Возможно. Очень плохо. Так, это у нас... Не, не иди туда, не иди туда. Бильбо Бэггинс. Че, можно купить Бильбо Бэггинса? Ну, я хочу купить, господи, Бильбо Бэггинса. Господи, о чем Бэггинса. Я подумала? Давай купим Бильбо. Зачем? Что будешь с ним делать? Не знаю, он крутой. Ой, я ломаю шкаф. Ну ладно, давай не купим. Нет, давай купим, у нас деньги есть. Ну хватает? Иди покупай, у нас хватает. Погоди, подожди, нафиг он нужен? Типа, чтобы проходить за ним? Это же Бильбо. Он меня раздражает. Не, Бильбо крутой на самом деле. Ну, в Хоббите. Ну да. А в этом, в Властелине, когда он такой... Не, не хочу, чувак. Можно, не говорит, хочу. Я посмотрю колечко одним глазком. Я такой, такой, я там когда первый раз смотрел, я чуть не умер просто. Я тоже испугалась, да. Страшно. Да. Так, вообще нам типа вниз, но мы туда не пойдем. Мы пойдем. Ух ты, что это такое? Мы вниз не пойдем. Так, а это что вообще? Это камень, наверное. Не очень похоже на камень, был похож на какой-то. Яйцо такое. Окей. Блин, как круто. Ну тут вообще круто. Такие масштабные, да, локации здесь. Ну да, и вот это вот то, что экран делится, на самом деле, с одной стороны, конечно, смотреть неудобно со стороны, но играть очень удобно. Да. То есть экран делится напополам, и каждый может бегать, заниматься своими делами, а не как там у нас, что один бегает наверху, другой внизу, и ни тому ничего не видит. Вот что я хотел сказать. А что это такое розовенькое? Интересно. А говорят, что вышла игра еще Marvel Avengers, ну то есть да. Мстители, да? Угу. Баланты, крутая. Мы, может быть, будем играть. Может быть. Может быть, но я думаю, она даже мизинца не стоит с пальца этой игры, потому что это Властелин колец. Ну как ты можешь судить об игре, которую ты еще даже не видел? Потому что это Властелин колец, елки-палки. Я понимаю, да. Я тоже поклонница Властелин колец, все такое, но вдруг там эльф, 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 эльф. Давай, ты куда-нибудь. Неважно, бей его. Что я сделал? Добро пожаловать в нашу реальность, сволочи. А вон оттуда мы приехали. Ладно, пошли. Вон там мы ехали. Вон там еще один, хоть поди его убей. Да подожди, тут скамейка, да, я ее гопну. Ладно, не будем их убивать. Они добрые народец, все такое. Ну да, добрый. Они все машут ручками, нам такие, знаешь. Хоббитцы. Наивные. Ну да. Так, как это взять? Я взяла.
Это я взял. Подожди. Ух ты, там смотри. Там вообще шикарно. Оно появляется постоянно. Да нет, там все больше и больше появляется. А что тут? Тут, короче. Ой, тут этот музон играет. О-о-о-о. Че ты ходишь тут? Это что такое? Ну хватит, ну пошли, пошли, короче. Все, пойдем. Ух ты. Привет. Ой, это же Леголас, нет? Нет. Леголас, это баба вообще. Нет, это Леголас. Это женщина. Это Леголас был. Пошли догоним. И дадим. Вот это женщина. Какая это женщина? Пошли. Иди сюда, это женщина. Брюнет. Вон она сейчас уйдет. Она сейчас уйдет. Иди, скотина. Извините, вас Леголас зовут? Видишь, у нее глаза. Ну, видишь, сиськи не нарисованы. Да сиськи вон нарисованы. Ну ладно, их не поймешь, этих эльфов вечно просто. Ты вечно споришь со мной, это капец какой-то просто. Он постоянно со мной спорит, постоянно. Неправда, это вообще не так. Ты постоянно споришь, да. Так, хорошо, я уже пришел. Вон там, смотри, еще один Леголас ходит. Так, ладно, тут можно сохраниться. А, не сохраниться же, здесь можно. Ну, то есть секретики. Да, ну эти секретики. Где мы? Мы ага. Находимся вот тут вот. Подожди, нам, значит, туда. А вот это что за письмо? Письмо, не знаю. Оно прямо за нами. За нами? Ты уверен, по-моему, нет. Где-то вот тут, мне кажется. А вот это, что это? Что-то. Это надо быть Гэндальфом, нет? Да, это, наверное, надо быть Гэндальфом, чтобы построить что-то, ну, передвинуть их, наверное. Наверное. Ну ладно. В игре вообще, на самом деле, если именно задротить, в ней можно, похоже, год сидеть. Потому что столько всего. О, смотри, там что-то. Вот я нашел то, что письмо. Это, вон оно. Ну ладно. Я-то попробую его как-то там. Я пойду показывать людям Ривенделл. Ривенделл. Блин, ты посмотри, как красиво. Блин, уже Тёмина, блин, уже просто привязалась ко мне намертво. И ко мне тоже привязалась. Так, куда ты ушла-то? Опа. Смотри, что я нашла. Оп. Там что-то интересное, но я ж, черт возьми, не умею плавать. То есть, если я сейчас попаду... А тут, смотри, что-то вот в домике. Это ты в этом домике ходишь? Подожди. Нет. У меня тут статуя. Я куда-то... Короче, так, показываешь ты Ривенделл, так что аж сама попала, не можешь выбраться подожди, теперь. Подожди, я не собираюсь. Не падай. Это что-то нашло. Офигенно, это то самое место, где они обсуждали, что делать с кольцом, по-моему. Блин, тут что-то так... Что тут? Черный всадник. Хорошо. Что это вообще такое? Пролог. Я какие-то фигурки Лего мне показывают. Их, видимо, нужно собрать, потом сюда прийти. И будет у нас все хорошо. Тут, короче, что-то можно. Вот, ты, наверное, там? Это вообще логично, что там, короче, что-то можно. А, вон ты там, да, ты там бьешь, все ломаешь. Возле какого-то. Как ты вниз вообще попала? Покажу Ривенделл. Покажу самые темные углы Ривенделла. Это капец какой-то. Так, это что такое? Я что-то сажаю. Так, хорошо. Я выбралась. О, монетки. Ты выбралась. И я думаю, пора бы уже все-таки двинуть нам по сюжету. А то что же получается? Что ты там разломала? Получается, что мы задротим. Да, что мы опять залипли. Да. Несмотря на то, что обещали этого не делать. Да, все опять будут нас ругаться. Гимли может... Гимли вообще тут, похоже, самый универсальный. Но все может. Ладно, все, я иду. Так, все, вон мы пришли сейчас. Там, наверное, тоже можно что-то сделать интересное. Сейчас у нас будет сформировано братство кольца. Вот что самое крутое. Все, сейчас ты окажешься около меня. Ну что ты сделал, а? Гимли! Господи, это мой самый любимый персонаж в мире.
Нет, мне нравится. Боромир. Ну да. Мне вообще актер это нравится, который Боромир играет. Я забыл, как его зовут. Я вообще забываю все. Мистер Андерсон. Тут он вообще не похож на агента Смита. Кстати, молодой Элрон был более похож на себя. Ну да. Mr. Frodo's not going anywhere without me. We're coming too. Что-то у него такое-то. А, замаскировались. You shall be the fellowship of the ring. Смотри, такой ха-ха-ха-ха-ха такой. Bilbo. Мы хотели тебя купить, но... А вообще это будет. А может не будет. Mithril. As light as a feather. Так, не только. Там, в этом, в гоблиновском. Жало. Бронежилетка с чешуи с задницы дракона. Так посмотрел. Смотри на Арагорна. Такой, блин. А, о, заждались его все. Вау, такой. О, просто не распрощается. Любовь, морковь. Да-да, иду, иду. Элрот такой... Ну что? Так, дайте мне... О, сколько у нас персонажей новых. Где, 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 где? А где Гэндальф? Не, мы только можем... Подожди, как это? За невысокриков можем играть. Можем. Здорово, ты куда мы идем? Мы заслужили приз. Нет, это Боромир, подожди. Зажми треугольник. Подожди, ты сможешь выбрать, кого хочешь. Гэндальф, Гэндальф! Фу, Гэндальф, говорю, Гимли! Так, тихо. Гимли. Ух ты, прикольно. Все, я крутая. Я Леголас. О, тут что-то. Берись уже, это было, наверное, глупо, но... Скорее всего. Смотри, а там наверняка вот кто-то из нас уж точно сможет. Слушай, прикол, я, наверное, сегодня не смогу выбраться. Это, скорее всего, для этого, как он, для голума. Для голума? Не может. Вон, ну, рыбешки, ты ж мне сам говорил. А-а-а. А вот это что такое? Там вообще как-то странно ведет дорога с той стороны. Можно как-то по стене, что ли, проползти. Выбери-ка... А, вот ты что делаешь. Вон оно что, Михалыч. Выбери другого персонажа. Да просто чем? И все. Он там сам появится. Я хочу быть Гэндальфом. Во! О, смотри, какая у меня палка. Палка. Ну-ка, как он крадется. Подожди, а ну, Гимли. Он не умеет крадется, он слишком короткий надо. Слишком короткий? Вот он крадется. Ну, как-то так не особо. Ну да. Кто еще смешно крадется? Ну-ка, Леголас. Леголас, да, он должен. Нет, он должен эротично красить. Да не, нормально. Короче, я пошел вперед. Так. А я каким-то образом вернулся в Ривенделл. Да нормально. Ривенделл, на самом деле, мне понравился. На самом деле, блин, опять это слово. Прикол, я в натуре вернулась. Ага, и все монетки твои, да? Как так? Давай объясним людям, зачем мы собираем монетки. Ты вот знаешь? Я нет. Мне просто нравится, как они выглядят. Мы их собираем, чтобы потом можно было купить новых персонажей. Да? Ну, я? Да.
Ой, я целиться могу. Ой, можно туда. Прям как в Лего Бэтмене. Так, ладно, короче, все. Хорошо. Я иду в вейпоинт, пока выручай меня. Так, я ушел куда-то, не туда. Нам нужно. А вон там что-то, смотри, что есть. Во, там уже для меня какая-то штучка. Что это? Это, наверное, кто-то этот. А, я не могу ломать замки. Ну, кто-то же должен уметь. Кто-то должен, но, видимо, не мы. Даже, не знаю, наверное, я там что-то нашел. А, вот, теперь у нас путь. Я нам сделал мостик. Уйду, ладно, пойдем. Ну, иду, иду, все, 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 я больше ничего не буду собирать, все, я клянусь. Тебя не одергивать, так ты залипнешь тут часа на два. Как и я, в принципе, да. Сам такой. О, смотри, там наверху что-то сверкает. Это деталька мифрильная. И как нам ее взять? Я не знаю. О, а вот это что такое? Пеголас, почему ты не прыгаешь, а? Ну, что, это что я могу? Возможно. Скорее всего, нет. Чего? Ну, короче, ладно. Стой, и ты. Я же этот гимлик, я ненавижу. Это ты можешь, иди сюда. Да, просто, блин, я тебя, знаешь, просто далеко? Просто попробуем. А, да, совсем далеко? Тебя, да, ты уже там, я не знаю, где-то позади осталось. У меня, кстати, тут стенка, которую тут может ее вроде... Гивли, по-моему, может что-то с ней делать. Не знаю, вот это. С рукояткой. Блин, вы мне всем машете, вы меня так бесите. Добрый. Ты, короче, решила остаться тут. У нас будет своя история без Гимли. Иду. Ну, подождите, я иду. Я застряла там, да. Да я уже вон в заснеженные горы пришел. Подожди, ну, блин. Оп. Нет! Черт! Ну что ты сделал? Это капец. Ты что натворил? Я столько всего пропустил. Блин.